Важным этапом в приготовлении газобетонной смеси является соблюдение пропорций из необходимых материалов и загрузка их в смеситель в кратчайшие сроки. Для достижения производительности более 20 кубометров в сутки этот процесс нуждается в механизации. Для решения этой задачи компания «Златоустовские бетонные технологии» специально разработала систему дозирования «Антей-30». Она выполнена в виде рамной конструкции с лифтовым принципом перемещения бункера. Такая конструкция позволяет избежать просыпания материалов и боковых трений, характерных для скиповых подъемников, а также занимает в два раза меньше производственной площади. Данная система выполняет две задачи – весовое дозирование сыпучих материалов и их подачу в смеситель. У «Сдан-30» есть ряд очень важных преимуществ перед аналогами, которая делает систему надежной и эффективной. Защита тензодатчиков от ударов, предусмотренная в конструкции. Высокая точность взвешивания для правильной дозации. Оптимальное перемещение бункера с защитой от аварийного падения. Простота в управлении и автоматизация. Продуманная эксплуатация всех узлов оборудования. Еще совсем недавно процесс дозации и загрузки был трудоемким и малоэффективным. Но сегодня с применением системы дозирования «Антей» эта работа превратилась в рациональную, стабильную операцию, что позволяет получать контролируемый результат без потерь времени и сил, а значит гарантирует вам более высокую производительность и, как следствие, меньшую себестоимость блока. Система дозирования «Антей» позволит зарабатывать вам больше.